Так, мы спустились внутрь корабля. Крайне сложная миссия. Особенно если играть, как я, без сохранений, на 3-м уровне сложности. Нам нужно добраться до трюма корабля, где перевозится ОМП. Погрузчик. Я его потерял. Ищем погрузчик. Вот он. Используем его. Он поднял эти контейнеры, и мы сможем забраться выше. Я эти помещения на всякий случай зачищу, чтобы мне в спину не зашли потом. Вызовите врача, говорит. Здесь точно уже ничего не будет. Пидорас. Наконец-то мы добрались вот до аптечек. Тут еще и броник должен быть, если я не ошибаюсь. Да, нет. Блин, броника нету. Хреново. Стоит, караулит меня. Где он? Где он? Был еще один. Так, здесь мы не пройдем. Аптечка, слава богу, полегче. Так, ждем. Сами сейчас прибегут.
байки сильно покоцали здоровье. Очень сильно. Пойму, откуда стреляют. Стрелял по трассерам, вроде подстрелил. Здоровья мало, мне срочно нужна аптечка. Ох, мало здоровья, мало. Так, а если я наверх буду подниматься, то куда я выйду? Будет там что-нибудь полезное? Нет, ничего. Мы добрались до кладовки, где много всего. Отлично. Две аптечки. Фух, отлегло. Две аптечки, два броника. Просто отлегло. Включаем паровой котел, вот эту вот, иначе мы там не пройдем из-за огня. Включили. Теперь мы можем вот здесь пройти. Тут был бы огонь, если бы это не сделали. Там тоже ждут. Подожду, пока рассеется дым. Тем более я знаю, что там их еще двое должно быть, там четверо, по-моему. Тейлор, прием. Слышу тебя, Джон. Как у тебя дела? Изменения в планах. Здесь столько мутагена, что хватит уничтожить все восточное побережье. Я никак не могу уничтожить все это изнутри. Придется потопить корабль. Растворим вирус в морской воде. Только так мы будем уверены, что с ним покончено. Понятно. Установи заряды и убирайся оттуда как можно скорее. У нас мало времени. Понял тебя. Будь осторожен, Джон.
напугал. Нет. Может, как я их, наверное, напугал. Итак, нам нужно 5 зарядов взрывчатки установить. Он стоит, караулит. Караулился. Вот первая турбина. Осталось еще 4. Блять, я думал, дохлый. Сейчас сам сюда сунется. Здесь 2 броника. Шикарно. Вот эта лестница хрен знает куда ведет. Ну-ка. А, так это она никуда не ведет, в тупик. Дождемся остальных. Боевая. Успели отбежать. Так, туда я не пойду, пока дым не разозлится. Себя подорвал опять. Обожаю, когда так происходит. Большая аптечка. Схрумкали. Третий заряд. Осталось еще 3. Не понял, я где-то пропустил, значит. Если это третий заряд и еще 3 осталось, значит, я где-то какой-то не поставил. Второй заряд я, значит, не ставил. Это 4-й. Блять, откуда стреляют? Я где-то 2-й пропустил. Так, сейчас этих прикончу. Я где-то пропустил 2-й заряд. Возвращаемся. Где я мог его оставить? Вот 2-й, вот здесь я не был. Осталось еще 2.
еще и две аптечки есть. Навряд ли мы ими воспользуемся. Теперь не помню, в какую сторону идти. Это первый. Значит, идти вот туда. Заперто там тупик. Сюда. Третий заряд. Ага, это мы поставили. И вот четвертый ставим. Остался еще один. Остался один. Самая тяжелая схватка будет как раз сейчас, в конце. Человек 10 это минимум предстоит перебить, если не 15. Заперто. Наверх. Да, вот здесь сейчас будет тяжко. Взорвал. Подождем, пока дым уберется. Хватаем ее, и броник. Я вот в прошлом прохождении не видел этого счастья. Вот в эту дверь. Это последняя, пятая. Последняя, пятая. Заряд за связки где-то здесь. Сейчас с двух сторон могут атаковать. Так, направо пойдем. Меня спалили, отходим. Кстати, он сказал перед тем, как выскочить, держать позицию. И тот чувак действительно ее держал. Пока не появился я. И вот последний, пятый заряд. И все, миссия пройдена. Готово. Сорвалось, Джон. Да, на волосок. Тем не менее, отличная работа. Похоже, нам не придется беспокоиться, что этот вирус достигнет штатов. Теперь остается только выяснить, нет ли в пути других таких кораблей.
Нужно заглянуть к Сэму, в книжный. Может, нашим агентам повезло, и они что-нибудь узнали о вирусе и группе Прометей. Согласен. На берегу у меня еще есть пара дел, так что встретимся там. Я позвоню и сообщу Сэму, чтобы он нас ждал. Отлично. Увидимся.